Глава 2. Национальное движение. Нация является не просто исторической категорией, а исторической категорией определенной эпохи, эпохи поднимающегося капитализма. Процесс ликвидации феодализма и развития капитализма является в то же время процессом складывания людей в нации. Так происходит дело, например, в Западной Европе. Англичане, французы, германцы, итальянцы и прочие сложились в нации при победоносном шествии торжествующего над феодальной раздробленностью капитализма. Но образование наций означало там вместе с тем превращение их в самостоятельные национальные государства. Английская, французская и прочие нации являются в то же время английским и прочим государствами. Ирландия, оставшаяся вне этого процесса, не меняет общей картины. Несколько иначе происходит дело в Восточной Европе. В то время как на Западе нации развились в государства, на Востоке сложились междунациональные государства. Государства, состоящие из нескольких национальностей. Таковы Австро-Венгрия, Россия. В Австрии наиболее развитыми в политическом отношении оказались немцы. Они взяли на себя дело объединения австрийских национальностей в государства. В Венгрии наиболее приспособленными к государственной организованности оказались мадьяры – ядро венгерских национальностей, они же – объединители Венгрии. В России роль объединителя национальностей взяли на себя великороссы, имевшие во главе исторически сложившуюся сильную и организованную дворянскую военную бюрократию. Так происходило дело на Востоке. Этот своеобразный способ образования государств мог иметь место лишь в условиях неликвидированного еще феодализма в условиях слабо развитого капитализма, когда оттертые на задний план национальности не успели еще консолидироваться экономически в целостные нации. Но капитализм начинает развиваться и в восточных государствах, развиваются торговля и пути сообщения, возникают крупные города, нации экономически консолидируются. Ворвавшийся в спокойную жизнь оттесненных национальностей капитализм взбудораживает последние и приводит их в движение. Развитие прессы и театра, деятельность Рейхсрата в Австрии и Думы в России способствуют усилению национальных чувств. Народившаяся интеллигенция проникается национальной идеей и действует в этом же направлении. Но проснувшиеся к самостоятельной жизни оттесненные нации уже не складываются в независимые национальные государства, они встречают на своем пути сильнейшее противодействие со стороны руководящих слоев командующих наций, давно уже ставших во главе государства. Опоздали. Так складываются в нации чехи, поляки и так далее в Австрии, хорваты и прочие в Венгрии, латыши, литовцы, украинцы, грузины, армяне и прочие в России. То, что было исключением в Западной Европе — Ирландия — на востоке стало правилом. На западе Ирландия ответила на исключительное положение национальным движением. На востоке проснувшиеся нации должны были ответить тем же. Так складывались обстоятельства, толкавшие молодые нации востока и Европы на борьбу. Борьба началась и разгорелась, собственно, не между нациями в целом, а между господствующими классами командующих и оттесненных наций. Борьбу ведут обыкновенно или городская мелкая буржуазия угнетенной нации против крупной буржуазии командующей нации Чехи и Немцы, или сельская буржуазия угнетенной нации против помещиков господствующей нации Украинцы в Польше, или вся национальная буржуазия угнетенных наций против правящего дворянства командующей нации Польша, Литва, Украина в России. Буржуазия ⁇ главное действующее лицо. Основной вопрос для молодой буржуазии ⁇ рынок. Сбыть свои товары и выйти победителем в конкуренции с буржуазией иной национальности ⁇ такова ее цель. Отсюда ее желание ⁇ обеспечить себе свой родной рынок. Рынок ⁇ первая школа, где буржуазия учится национализму. Но дело обыкновенно не ограничивается рынком. В борьбу вмешивается полуфеодальная, полубуржуазная бюрократия господствующей нации со своими методами тащить и не пущать. Буржуазия командующей нации, все равно является ли она мелкой или крупной, получает возможность быстрее и решительнее расправиться со своим конкурентом. Силы объединяются, и начинается целый ряд ограничительных мер против инородческой буржуазии, переходящих в репрессии. Борьба из хозяйственной сферы переносится в политическую. Ограничение свободы передвижения, стеснение языка, ограничение избирательных прав, сокращение школ, религиозные стеснения и тому подобное так и сыплются на голову конкурента. Конечно, такие меры преследуют не только интересы буржуазных классов командующей нации, но и специфически, так сказать, кастовые цели правящей бюрократии. Но с точки зрения результатов это совершенно безразлично. Буржуазные классы и бюрократия идут в данном случае рука об руку, все равно идет ли речь об Австро-Венгрии или о России. Стесненная со всех сторон буржуазия угнетенной нации, естественно, приходит в движение. Она апеллирует к родным низам и начинает кричать об отечестве, выдавая свое собственное дело за дело общенародное. Она вербует себе армию из соотечественников в интересах Родины. И низы не всегда остаются безучастными к призывам, собираясь вокруг ее знамени. Репрессии сверху задевают и их, вызывая в них недовольство. Так начинается национальное движение. Сила национального движения определяется степенью участия в нем широких слоев нации, пролетариата и крестьянства. Станет ли пролетариат под знамя буржуазного национализма? Это зависит от степени развития классовых противоречий, от сознательности и организованности пролетариата. У сознательного пролетариата есть свое собственное, испытанное знамя, и ему незачем становиться под знамя буржуазии. Что касается крестьян, то их участие в национальном движении зависит прежде всего от характера репрессий. Если репрессии затрагивают интересы земли, как это имело место в Ирландии, то широкие массы крестьян немедленно становятся под знамя национального движения. С другой стороны, если, например, в Грузии нет сколько-нибудь серьезного антирусского национализма, то это прежде всего потому, что там нет русских помещиков или русской крупной буржуазии, которые могли бы дать пищу для такого национализма в массах. В Грузии есть антиармянский национализм, но это потому, что там есть еще армянская крупная буржуазия, которая, побивая мелкую, еще не окрепшую грузинскую буржуазию, толкает последнюю к антиармянскому национализму. В зависимости от этих факторов, национальное движение принимает или массовый характер, все более и более разрастаясь Ирландия, Галиция, или оно превращается в цепь мелких стычек, вырождаясь в скандалы и борьбу за вывески, некоторые городки в Богемии. Содержание национального движения, конечно, не может быть везде одинаковым, оно всецело определяется разнообразными требованиями, выставляемыми движением. В Ирландии движение имеет аграрный характер, в Богемии – языковый. Здесь требуют гражданского равноправия и свободы вероисповедания, там – своих чиновников или своего сейма. В разнообразных требованиях нередко просвечивают разнообразные черты, характеризующие нацию вообще – язык, территория и прочее. Достойно внимания, что нигде не встречаешь требования о бауровском всеобъемлющем национальном характере. Оно и понятно. Национальный характер, взятый сам по себе, неуловим, и, как правильно заметил Штрассер, с ним политику нечего делать. Смотрите его «Der Arbeiter und die Nation» 1912 год, страница 33. Таковы, в общем, формы и характер национального движения. Из сказанного ясно, что национальная борьба в условиях подымающегося капитализма является борьбой буржуазных классов между собой. Иногда буржуазии удается вовлечь в национальное движение пролетариат, и тогда национальная борьба по внешности принимает общенародный характер, но это только по внешности. В существе своем она всегда остается буржуазной, выгодной и угодной главным образом буржуазии. Но из этого вовсе не следует, что пролетариат не должен бороться против политики угнетения национальностей. Ограничение свободного передвижения, лишение избирательных прав, стеснение языка, сокращение школ и прочие репрессии задевают рабочих не в меньшей степени, если не в большей, чем буржуазию. Такое положение может лишь затормозить дело свободного развития духовных сил пролетариата, подчиненных наций. Нельзя серьезно говорить о полном развитии духовных дарований татарского или еврейского рабочего, когда им не дают пользоваться родным языком на собраниях и лекциях, когда им закрывают школы. Но политика националистических репрессий опасна для дела пролетариата и с другой стороны. Она отвлекает внимание широких слоев от вопросов социальных, вопросов классовой борьбы, в сторону вопросов национальных, вопросов общих для пролетариата и буржуазии. А это создает благоприятную почву для лживой проповеди о гармонии интересов, для затушевывания классовых интересов пролетариата, для духовного закабаления рабочих. Тем самым ставится серьезная преграда делу объединения рабочих всех национальностей. Если значительная часть польских рабочих до сих пор остается в духовной кабале у буржуазных националистов, если она до сих пор остается в стороне от интернационального рабочего движения, то это главным образом потому, что исконная антипольская политика власть имущих дает почву для такой кабалы, затрудняет освобождение рабочих от такой кабалы. Но политика репрессий на этом не останавливается. От системы угнетения она нередко переходит к системе натравливания наций, к системе резни и погромов. Конечно, последнее не везде и не всегда возможно, но там, где она возможна, в условиях отсутствия элементарных свобод, там она нередко принимает ужасающие размеры, грозя потопить дело сплочения рабочих в крови и слезах. Кавказ и юг России дают немало примеров. Разделяй и властвуй. Такова цель политики натравливания. И поскольку такая политика удается, она представляет величайшее зло для пролетариата, серьезнейшую преграду делу сплочения рабочих всех национальностей государства. Но рабочие заинтересованы в полном слиянии всех своих товарищей в единую интернациональную армию, в скором и окончательном их освобождении от духовной кабалы буржуазии, в полном и свободном развитии духовных сил своих собратьев, к какой бы нации они ни принадлежали. Поэтому рабочие борются и будут бороться против политики угнетения наций во всех ее видах, от самых тонких до самых грубых, как и против политики натравливания во всех ее видах. Поэтому социал-демократия всех стран провозглашает право наций на самоопределение. Право на самоопределение, то есть... Только сама нация имеет право определить свою судьбу, никто не имеет права насильственно вмешиваться в жизнь нации, разрушать ее школы и прочие учреждения, ломать ее нравы и обычаи, стеснять ее язык, урезывать права. Это, конечно, не значит, что социал-демократия будет поддерживать все и всякие обычаи и учреждения нации. Борясь против насилия над нацией, она будет отстаивать лишь право нации самой определить свою судьбу, ведя в то же время агитацию против вредных обычаев и учреждений этой нации с тем, чтобы дать возможность трудящимся слоям данной нации освободиться от них. Право на самоопределение, то есть нация может устроиться по своему желанию. Она имеет право устроить свою жизнь на началах автономии. Она имеет право вступить с другими нациями в федеративные отношения. Она имеет право совершенно отделиться. Нация суверенна и все нации равноправны. Это, конечно, не значит, что социал-демократия будет отстаивать любое требование нации. Нация имеет право вернуться даже к старым порядкам, но это еще не значит, что социал-демократия подпишется под таким постановлением того или иного учреждения данной нации. Обязанности социал-демократии, защищающие интересы пролетариата и права нации, состоящей из различных классов, две вещи разные. Борясь за право нации на самоопределение, социал-демократия ставит себе целью положить конец политике угнетения нации, сделать ее невозможной и тем подорвать борьбу наций, притупить ее, довести ее до минимума. Этим существенно отличается политика сознательного пролетариата от политики буржуазии, старающейся углубить и раздуть национальную борьбу, продолжить и обострить национальное движение. Именно поэтому не может стать сознательный пролетариат под национальное знамя буржуазии. Именно поэтому так называемая эволюционно-национальная политика, предлагаемая Бауэром, не может сделаться политикой пролетариата. Попытка Бауэра отождествить свою эволюционно-национальную политику с политикой современного рабочего класса, смотрите книгу Бауэра, страница 166, является попыткой приспособить классовую борьбу рабочих к борьбе наций. Судьбы национального движения, в существе своем буржуазного, естественно, связаны с судьбой буржуазии. Окончательное падение национального движения возможно лишь с падением буржуазии. Только в царстве социализма может быть установлен полный мир. Но довести национальную борьбу до минимума, подорвать ее в корни, сделать ее максимально безвредной для пролетариата, возможно и в рамках капитализма. Об этом свидетельствуют хотя бы примеры Швейцарии и Америки. Для этого нужно демократизировать страну и дать нациям возможность свободного развития.